Традиционный пробег «Приз Ковалевых» прошел 25 апреля в парке «Зеленый остров». 19-й по счету старт этих соревнований стал самым массовым за всю историю, собрав более 400 участников. Судя по всему, по всей этой картинке, мы все соскучились, но все в этой жизни заканчивается рано или поздно, заканчивается и онлайн. Мы начинаем живьем встречаться, работать. Мы работаем в полном контакте с дирекцией нашего уважаемого СИМа. И это один из таких подготовительных моментов. Какая особенность? Тут и обычные бегуны, ну и очень серьезные спортсмены. Марина Ковалева, Миша Кульков. Всем желающим было предложено преодолеть дистанцию 6 километров 800 метров. Забег классный, собралось очень много любителей. Это очень радует, что у нас Омск наконец-то опять бежит после стольки времени перерыва. Погода классная, но единственное, конечно, ветерок весенний такой прям хороший. Вот. Но это добавляло драйву, поэтому все классно. Я уже с 2010 года участвую в пробеге на приз Ковалевых. Старт стал уже традиционным для меня в том числе. И когда в Омске, я всегда стараюсь принять в нем участие. Это открытие сезона бегового, один из первых стартов. Всегда собирается много людей, любителей бега. И вот с погодой всегда было хорошо, но сегодня немного. Ветер испортил настроение, но тем не менее праздник удался. Все классно, что снова соревнования проводятся массовые, и что люди приходят, и много людей приходят. Ностальгия определенно есть, потому что когда я там начинал бегать там, в 2002 там, году, давным-давно уже было, как раз вот тут тоже много народ собиралось, такие приятные воспоминания были о том, что постоянная такая соревновательная атмосфера классная была, много разных ребят. Вот эти вот воспоминания, они все равно заставляют выходить и, ну, хочется участвовать в таких соревнованиях.